В этом видео вы узнаете, как использовать правильно утилиту проверки автоподстановки ключа в заголовок для Google AdWords. Захожу в утилиту, вставляю список ключевых слов, которые мне нужны, выбираю длину разделителя. Допустим, я хочу сгенерировать заголовки для Google AdWords, знаю, что максимальная длина символов в заголовке в AdWords составляет 30 символов. Вставляю сюда циферку 30 и пишу, выбираю кнопку «Обработать ключевые слова». Сразу же в поле до заданной длины появляются те фразы, которые позволяют вставить в заголовок. Больше заданной длины появляются фразы, которые больше 30 символов и, соответственно, в заголовок не поместятся. Также в поле «Скопируйте сюда ключевые слова» появляются циферки рядом с фразами, которые горят зелененьким, например, 23 символа. Означает, что в фразе 23 символа и она нам подходит, либо же горят красненьким, вот, например, следующая фраза составляет 31 символ и горит таким малиновым, то есть она нам не подходит.